Улица Физкультурная – одна из крупных дорожных артерий Кировского района Самары. Ведет к выезду из города, служит разгрузкой для более крупных проезжих частей, таких как улица Победы и Заводское шоссе. Помимо жилых домов, на улице расположено большое количество учреждений образования, медицины и спорта. В прошлом году Физкультурную обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уложили новый асфальт, поменяли инженерные коммуникации, люки колодцев и дождеприемники, нанесли дорожную разметку. Общая площадь обновления – более 40 тысяч квадратных метров. Чтобы дорожное полотно прослужило как можно дольше, содержать его нужно соответственно, качественно, своевременно и при этом бережно. При расчистке дорог стараемся аккуратно, чтобы не повредить дорожное полотно, бортовой камень и разметку, соответственно, чтобы это все весной выглядело в достойном состоянии и не приходилось это ремонтировать заново. Во время потепления к таким участкам внимание приковано особое. Профильные службы здесь активно расчищают проезжую часть, освобождают от наледи пешеходные зоны, обрабатывают противогололедными средствами и вывозят снег. Чем его меньше, тем дольше будет эксплуатироваться дорожное полотно, не требуя дополнительного восстановления. Данные мероприятия способствуют, во-первых, разгрузке автомобильной дороги, то есть это увеличение трафика, соответственно, ее пропускная способность увеличивается. Очистка снега, она способствует и улучшению дорожного покрытия в момент наступления весны и таяния снега, то есть так называемых переходов через ноль. Следят и за состоянием прилотковой части дорог. Отсюда снег вывозят, чтобы очистить проезжую часть на всю ширину. Будет где парковаться. Также ближе к обочинам расположены важные элементы инженерной системы. Решетки дождеприемников и ливневки должны быть очищены, чтобы талая вода беспрепятственно попадала в сток. За сутки с улиц Самары вывезли 6890 тонн снега, а в целом за сезон в места временного складирования отправили 225 тысяч тонн. Службы благоустройства продолжают активно приводить Самару в порядок. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.